жорстокій боротьбі з карантинними обмеженнями жевріє спортивне життя Харкова. Цього тижня, зокрема, пройшли всеукраїнські змагання зі стрільби з лука та бадмінтону. Доброго дня, це «Спортивний інтерес», щотижнева програма про харківський спорт і не тільки. Появляються ошибки, яких, допустим, не було, і ти починаєш думати, як з такими ошибками боротися. Зараз от якраз показательно. І виносливість спортивна показується, у кого, хто на що учився, хто тренувався, а хто валявся. Делать вовремя виводи по зміненню вітру, і тоді це допомагає, тому що якщо вовремя не реагувати на ситуацію, результату не буде. Іноді традиції важливіше, ніж некоторые ограничения. Это традиция, поэтому турниры мы проводили. Самые сильные игроки собрались здесь, собственно, все приехали, и все игры были напряженные. Потому что даже играя была в полуфинале, мы там в три партии сыграли с молодыми ребятами, с нашими, с кем мы тренируемся. Вот, все равно какой-то такой легкий мандраж он был. В Одесі відбувся Кубок України з жіночої гри в регбі-7. Шість команд розподілили на дві частини. Харківський ХТЗ «Олімп» потрапив до групи «Б», де підопічні Олега Литвиненка і Сергія Гаркавого виграли у Кременця 60-0 і програли київському «Авіатору» 12-28. У півфіналі харків'янки поступилися місцевій збірній Одеси з рахунком 5-21, але залишили за собою можливість взяти бронзові медалі. В матчі за третє місце ХТЗ «Олімп» виявився сильнішим львівських «Левів» 17-7 і увійшов до нагород зони Кубка України. Фінал з результатом 14-7 виграв «Авіатор» у Одеси. Капітанку харківської команди визнали кращою захисницею турніру, це Юлія Іващенко. Перед змаганнями команди учасниці влаштували один одному відео-челендж на запрошення глядачів до перегляду трансляції в інтернеті жіночого Кубка України з олімпійського регбі. Через півроку поновилися національні змагання з велогонок на треку. У Львові велосипедисти змагалися на кубок з олімпійських видів програми і в чемпіонатах чотирьох юнацьких дисциплін. У кубку харків'яни ставали кращими тричі. У жіночому кейріні розгін за мотоциклом першою була Алла Білецька. Данило Кириченко посів перше місце серед юнаків, Софія Трубчанінова серед дівчат. Кириченко також виграв чемпіонат з командного спринту в складі з іншими харків'янами – Андрієм Деркачовим, Валентином Кабашним і Джабаром Абдулом. Трубчанінова і Ріна Каратєєва були першими і єдиними в дівочій віковій категорії. Всього за підсумками двох турнірів збірна Харківської області отримала 9 золотих, 8 срібних і 6 бронзових медалей. Готували призерів тренери комплексної школи «Динамо» і фахового коледжу спортивного профілю. Після трьох років небуття у Харків повернувся професійний чоловічий футзал. До екстраліги заявився клуб «Моноліт Віва Кап» на чолі з Романом Перадзе, відомим по активній протидії думці арбітра. У складі відомі і досвідчені місцеві вихованці і не тільки. Зокрема, Денис Овсянніков, Дмитро Бондар і В'ячеслав Чуднов. У 2012 році «Моноліт» припинив виступи в екстралізі, а 5 років потому харківський «Локомотив» знявся з чемпіонату з тих же фінансових причин, і після того клубу з Харкова в еліті не було. Стартував новий сезон, і перший матч «Моноліт» грав в Хмельницькому проти «Сокола». Програючи на початок другого тайму з рахунком 0-3, гості забили гол зусиллями Владислава Моспана. Але надалі рахунок не змінився, «Моноліт» програв 1-3. У слові «влучність» дуже чітко чується частка «лук». Саме влучність є основною ознакою стрільби з лука, але аби досягти її, потрібно перемогти не тільки себе, а й погодні умови, зокрема вітер. Первый этап Кубка Украины, Кубок Слобожанщины.
Это ежегодные соревнования, которые проводятся в Харькове, в котором принимают довольно известные именитые спортсмены со всей Украины. Это рейтинговые соревнования. По результатам рейтинговых соревнований формируется состав сборной команды Украины. Поэтому спортсмены участвуют в таких соревнованиях, стараются не пропускать их. У нас в Харькове выполнило 2 человека норматив мастера спорта. Еще одна причина, почему приезжают спортсмены на эти соревнования, потому что ранг этих соревнований позволяет присвоить мастера спорта. Мы в первый день стреляли вечером, и поэтому из-за солнца пришлось чуть-чуть развернуть поле, чтобы солнце не светило в глаза, не мешало. А насчет ветра никак, никаких поправок? Нет, ветер это как, скажем так, Всевышний даст, так и получается. У нас все время на нашем поле, он все время дает как-то необычно Всевышний ветер. На одних щитах так флажки, на других так. Ну, это из-за того, что здания, заборы вокруг, ветер, естественно, закручивается, там сквозняк, там наоборот здание прикрыло нету. И поэтому ветер угадать, как он будет дуть, абсолютно невозможно. В полуфинале был сильный соперник Алексей Гумбин, опытный спортсмен. Вот, показал тоже очень хороший результат. Он попал всего 2 девятки за 3 серии. Ну смотри, ты же опытный спортсмен, ты олимпийский чемпион, и все равно вот какие-то что-то новое для тебя с каждыми соревнованиями может появляться? Ну, конечно, безусловно, потому что результаты растут, особенно в мире растут результаты, и очень. Плюс у тебя какие-то появляются ошибки, которых, допустим, не было, и ты начинаешь думать, как с такими ошибками бороться, там, технически. Вот, поэтому это все время такой процесс, который не останавливается. И от титула и регалий не зависит? Нет. То, что бронзовый финал был, ну, скажем так, харьковский между собойчик, это усложняло или облегчало задачу? Ну, не знаю даже, не могу сказать, стрелял, как стрелял. Как и перед этим, как и с другими соперниками, поставил себе задачу и старался ее выполнить. А какая задача на вот такой вот немножко необычный, скомканный сезон? Международных никаких соревнований не будет, к сожалению. Сейчас достойно отстрелять, как бы осталось еще 3 украинских старта. Может еще какие-то выводы для себя сделать, что по технической, что по подгонке. Вроде бы будет Кубок мира в Париже перед Олимпийскими играми, и там будут разыгрываться командные лицензии. И сколько попадает команд? 3 команды. Квалификация пошла не очень. Олимпийка вроде бы как в работе удалась чуть-чуть лучше. Я сейчас ориентируюсь на работу, стараюсь ориентироваться. Вот. А что такое работа для лучника? Ну, выполнение элементов техники. То есть у нас же как? У нас чем идентичнее ты каждый раз повторяешь выстрел, тем выше твой будет результат.
как говорят некоторые тренеры, хоть из-под ноги стреляй, но одинаково. Одинаково же и не получается, наверное, стрелять, потому что, допустим, ветер меняется, солнце заходит, выходит из-за туч, да? То есть все равно какой-то элемент импровизации же остается? Ну, это уже такое тактическое действие, уже ситуативное. А принцип работы должен быть всегда одинаков, то есть мышечная работа. Выполнение именно фрагментов выстрела. То есть тут тебе не должно мешать ни ветер, ни солнце. Ты должен с закрытыми глазами уметь это делать. Как говорится, чтобы тебя разбудили ночью, ты встал и стрелял. А действия соперницы имеет значение для тебя лично? Не, у меня такого нет. Я, скажем так, не ведусь на вот эти там перестои и все прочее. Как бы, я, в принципе, стараюсь как абстрагироваться от всего. Я лук-мишень, все. В марте готовились ко всем стартам. Карантин нас выбил, мы продолжали тренироваться. Сейчас, да, у нас так густо, у нас через неделю соревнования, какие-то старты. Если не выездные, то дома область постреляем. Вот. В принципе, это даже, можно сказать, интересно, потому как ты вот накатываешь, да, старт за стартом, у тебя получается там на одном старте у тебя ничего не получалось, на втором ты подумал, что не так, чуть больше вариантов разыграл себе, то есть... Старт за стартом, где-то какие-то минусы ищешь и пытаешься их исправлять, и это как бы намного лучше, чем потом когда-нибудь на следующем старте я исправлюсь. Сейчас вот как раз показательно и выносливость спортивная показывается у кого, кто на что учился, как бы, кто тренировался, а кто валялся. Нелегко было, я знал, что соперникам в финале нелегко будет побеждать, но вышел на результат, несмотря на ветер. Правда, перестрелка у нас была, но в перестрелке я попал ближе к десятку, чем соперник. Ну, интересный был финал, да. А интересен он был только из-за ветра или что-то еще было? Ну, и дорога к финалу была нелегкая. У меня был Роман Гавидовский, непростой лучник, и Львовский Дмитрий из Киева. Ну, и как бы так, дорога в финал была очень нелегкая. Ну, а разогнался уже до финала. Это правда, что вот на одном поле можно быть в неодинаковых условиях? Ну, да, у нас харьковский ветер очень специфичный, и не всегда его угадываешь. И стрелки, которые не знают нашего поля, зачастую проигрывают из-за незнания ветра, именно ветра. Натренировать можно только, понимая, делать вовремя выводы по изменению ветра, и тогда это помогает, потому что если вовремя не реагировать на ситуацию, результата не будет. Этот сезон, да, действительно очень скомканный, и будем пробовать. У нас следующий чемпионат Украины в Черкасах, вот как раз это был проверочный старт, сделали, спасибо чемпионату области, мы проверились там, и будем выходить на чемпионат Украины на серьезном результате. Я еще поставила эту задачу в прошлом году. В прошлом году я выполняла мастера, но из-за того, что соревнования были не того уровня, мне мастера не присвоили. Но вот тут вот у меня появился шанс. Первую дистанцию я выбила 310, вторую 327. Насколько ты норматив перекрыла? 2 очка. Если не первое место, а третье, значит, что-то все-таки где-то пошло не так. Да, там левую, правую чуть-чуть дернула, размахнула, так полетела не в желтое. Ну, так получилось. Просто благодарна своему тренеру очень сильно. Она меня постоянно так поддерживала, стояла рядом со мной, давала пинок под зад, и у меня летели 10. We'll be right back.
Квалификация сложилась более чем удачно, своим результатом доволен. Да, можно было лучше, в последней серии немножко подкачал, не хватило буквально нескольких очков, чтобы выполнить мастера спорта. Ты не готов, если, даже если не хватает 1-2 очков, значит, чуть-чуть недоработал. Чуть-чуть, вот эти чуть-чуть и выплывают в неготовность. Мы в основном стреляем в другом направлении, то есть ветер дует по-другому, его по-другому чувствуешь. И даже небольшое отклонение от первоначального местоположения изменяет характеристики. У нас на основной поляне, на которой мы стреляем, она выровнена. Здесь же фактически не было. То есть такая земля, в связи с этим прицел постоянно менялся. И надо было подстраиваться под постоянно меняющееся положение мишеней и щитов, как в олимпийском раунде. Шанувальники бадмінтону засвідчують, що гра розвиває всі групи м'язів, а особливо покращує зір. Від себе маю додати, що така гра навантаження не лише для гравців на майданчику, але й для глядачів, що спостерігають за цим матчем, принаймні для м'язів шиї. Иногда традиции важнее, чем некоторые ограничения. Это традиция, поэтому турниры мы проводили. Ну, а с другой стороны, ведь турнир Харьков International не проходит. Если вспомнить 2014 год, сентябрь, то тогда была ситуация значительно сложнее, на мой взгляд. И мы тогда провели турнир, он прошел, как бы, Харьков International. В этом году его нету, и, честно говоря, не знаю, будет ли он вообще. Наши спортсмены выступили хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Не потому, что было мало участников или приехали слабые. Они действительно оказались сильнее и выступили достойно. И, ну, будем так говорить, радует присутствие на пьедестале новых лиц. Я была уверена в своей победе, я настраивалась на высокую скорость, на плотные удары и примерно понимала тактику и что она будет со мной делать, так что я выходила настроенная, уверенная и несмотря на то, что там я проиграла второй партии 11-9, я переломила за счет того, что я же говорю, была уверена на 17-11, дальше уже, как говорится, по накату пошло и добила до 21-14. Смогла сыграть быстрее, чем она и на разнице хода. То есть чуть-чуть быстрее в каждом ударе сыграть и добиться в этой разнице хода, навеса или какого-то более пассивного удара, чтобы смогла сама навести свою атаку и дожать до конца. В одиночке, во-первых, не нравится то, что я одна, то, что все зависит от меня. То есть если я проиграла, то это я проиграла, я налажала, если я выиграла, то выиграла тоже я, собственно, смогла, там, грубо говоря, переломить ход игры. А в паре больше, ну, собственно, играется она по-другому, там, более, там, на какие-то моменты, которые только в паре они применяются, там какие-то сбросы, плоские, а в одиночке у тебя больше так твое поле действий, твои фантазии и все остальное.
финальная игра всегда преодоление себя. Вне зависимости, как проходил турнир, финальная игра, она всегда работа сверху. Сверху своих усилий, сверху своих нервов, сверх своих сил, да, так и есть. А на фоне карантина это было тяжелее, чем обычно? Для меня нет. Имея такого партнера опытного, умеющего и знающего много, не бывает такое, что это может расслабить? Не всегда. Мне наоборот морально иногда тяжело, я боюсь ошибиться. Но Валера всегда поддерживает, и мне в последнее время легко играть. Я ругаюсь только на тренировке, тут я пытаюсь поддерживать. А только на тренировке, потому что на игре уже бесполезно или потому что... Игра – это эмоциональный все-таки фактор, очень важен, поэтому на игре ты концентрируешься и на своих ощущениях, а не пытаешься объяснить стратегию бадминтона во время финала. Машей на этих соревнованиях стали впервые. Можно сказать, для нас это был дебют на взрослых соревнованиях всеукраинских. И очень хотелось сыграть хорошо, показать, что мы лето хорошо поработали. И, возможно, на следующий сезон это будет наша пара, с которой мы будем выступать на соревнованиях дальше. Мне кажется, у нас золотая середина. Когда мы хорошо находим состояние, это получается хорошо скомбинировать вот эти моменты. И я думаю, что сегодня мы показали хорошую игру, и дальше будем еще более... Высокий уровень на последующих соревнованиях. Ну, в принципе, уже немножко знаешь дорожку, как бы над чем нужно работать, какие основные моменты нужно пройти, как уже есть определенный опыт. Поэтому я думаю, что как бы в четвертый раз для меня это уже будет с четвертым партнером немножечко быстрее, и мы сможем выйти на уровень быстрее, чем до этого. Первая ракетка Украины в одиночном разряде не играет одиночный турнир на первом турнире после карантина? Ответ простой. На самом деле я немножко готовлюсь на более высокого ранга турнирам, там на чемпионат Украины, да, скажем так. Вот, и поэтому решил пока подготовиться более сильнее, ну, к Украине, скажем так. Поэтому... А почему тогда в парном разряде участвуешь? Бережу себя, но не везде и не до конца. Да, берегу себя, но не везде и до конца, вы правильно сказали. В Латвии будет турнир. Вот, и Болгария вроде как будет турнир, но они идут только в мировой рейтинг. И они слабого ранга турнира. То есть мне тоже, на них тоже нет смысла ехать на самом деле. Вот. А основное, самое интересное и важное начинается с января. И, там и по? С января по апрель. Но там просто возобновляют рейтинг. То есть будут играться те турниры, которые были отменены либо перенесены. То есть которые все. Вот. Набить, грубо говоря, больше очков за счет большего количества турниров не получится, потому что их ограниченное количество. Мы начинаем играть с того же рейтинга, на котором ты закончил. Действия нашего Министерства спорта и Федерации сейчас больше направлены на то, чтобы сконцентрировать все мероприятия в городе Киеве. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, но не мне решать. Рыба гниет с головы, да? Тут даже не было тренера сборной страны, который, по идее, мог бы взять и посмотреть эти соревнования, оценить уровень кандидатов в сборную, ближайшего резерва. Ну, мне кажется, что это уже о многом говорит.
Олімпійське гасло «Сильніше, вище, швидше» стосується не лише бадмінтону або стрільби із лука. Зате воно, власне, і олімпійське. А чи є така людська царина, в якому воно взагалі не є актуальним, нехай і у переносному вигляді? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь, сподобайте та дивіться інші відео. Це «Харківський спортивний інтерес». Шануємось!